Желающих услышать выступления лучших экспертов в сфере бизнеса на форуме было очень много. Залы были заполнены до отказа. Первое пленарное заседание тоже собрало огромное количество людей. Слушатели заняли не только все места, но и проходы. Глава города Евгений Первышов также посетил форум и пообщался с участниками. Темы, которые поднимались на площадках, важны для Кубани и, в частности, для Краснодара, поскольку наш регион и его столица привыкли к роли лидера во многих сферах. И уступать свои позиции мы не собираемся. Но для того, чтобы оставаться в числе первых, нужно не только следить за передовыми международными и российскими тенденциями в бизнесе, но и уметь их задавать самим. Напомню, что форум «Дело за малым» проходит в Краевом центре в третий раз, и с каждым годом его популярность растет в геометрической прогрессии.